have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Идем мы сегодня дальше. Я просто сейчас так на секундочку замолчал, начал слушать, где они. Где-то тут, блин, потеряны мои сюрикены, так их за ногу. Какая-то тварина их сожрала и не хочет мне отдавать. Слышите это за стеночкой? Вы были предупреждены, кстати, я вот о чем подумал. Это не совпадает ли у нас с позапрошлой серией, когда нас предупреждают? Реально очень много. Хотя, по идее, если ты хочешь кого-то там убить или что-то с ним сделать, вряд ли ты будешь прям предупреждать долго об этом. В прошлый раз на меня здесь напали, да? Факел вроде как не влияет. Твари, верните мои сюрикены. То есть, ну блин. Офига ли ты столько мажешь-то, Карл? Вы посмотрите, что уже с быком сделали. Три промаха. Это как? Ударь. А что вы такие ловкие? О! Сто одиннадцать, неплохо. Чего такие ловкие-то? Ударь. Спасибо. Уровень получили. Ой, мне пришлось зельку жахнуть, потому что... Ну, потому что... Так, да, у нас тут есть рычаг. Погодите, они за мной так и будут гоняться? Я что-то не... Ух ты ж, ёлки-палки. Не-не-не-не-не-не-не, валим! Чё за фигня? Где я? Вот я. Блин, что-то их слишком много. Погодите. Да, три? Три, спасибо. Вон, они уже за дверью. Метательная... двойной... Вот, мне до двойного броска нужно еще два уровня, так что, да, качаемся. Хотя мои сюрикены мне почему-то никто не вернул, твари. Спим. Между прочим, сюрикены у меня закончились. Нет, я так понимаю, конечно, можно качаться, все дела, и причем то, что они дают стейки, так у меня еще и восстановление будет бесконечное, потому что я могу спать сколько хочу. Но, блин... Я до сих пор очень надеюсь, что они здесь не спавнятся, потому что это было бы печально. На, поешь. Куда вы пошли? Может быть, кстати, да, ну, мне интересно, что происходит с моим метателем. Нет, ну так-то, я не знаю, иногда они наносят прям какой-то страшный урон, иногда прям терпимо, так что, ну, не знаю. О,
А-а-а! Здравствуйте! Золотой ключик. Между прочим, второй. Так. Так. Погодите, это кое о чем говорит. Ну-ка, давайте я посплю. Надеюсь, они ко мне сейчас не придут, не окружат. Блин, такое место в углу выбрал спать. Угу. Кстати, вы видели, это качнул одну силу, и у нее перегруз. Или это потому, что я поел? Я что-то не понял. Ладно. Вот тебе тоже надо поесть. На синий стейк вот этот улоп, и у тебя все будет хорошо в жизни. И тебе синий стейк. Всем синего стейка. Так, ладно. У троих снят перегруз. Так, ладно. Вроде живем, вроде пока что ничего. Куда мы там шли? Мы туда шли. До сих пор под вопросом, где мои там сколько, 7 сюрикенов, блин, я не знаю. Мне кажется, что я их все в динозавра куда-то выплевывал. Но где они сейчас, я не знаю. Привет, говна кусок. Вот они. Я думал, что я его убил. Это вот этот недобиток чертов, который ходил. Вот у него были все мои сюрикены. Я переживал из-за них, между прочим. Тварина. У него оставалось там пара хпшек. И в нем торчали все мои сюрикены. Я думал, что он за мной туда пошел. Я его там убил. Но оказывается, нет. Это пошли другие. Опять же, значит, это нам говорит о чем? О том, что, скорее всего, они все-таки здесь не спавнятся. О том, что здесь есть определенное их количество. Просто их тупо много. Я про рычаг помню. Я же говорю, что я сначала хочу прочекать все места без нажимания чего-либо. Я не знаю, зачем это, я пока закрою. Какие-то бесконечные коридоры. Так, еще бомбы. 12, чему я несказанно рад. То, что я замедлен, это ладно. То, что у меня голода больше, это в принципе тоже ладно. 38. Если я тебе один стейк дам. А это теперь тебя перегрузит, так что не пофиг. Стейки я с собой буду таскать, потому что они очень хорошо утоляют голод. Они прям по фулочке забивают. Поэтому мне сейчас проще. Так, заклинание. А, кстати, бутылочку дай, пожалуйста. Где у нас там было? Вот это. Неплохо, на самом деле, я накопил этих зелек. Я доволен, как оно все происходит. Так что, как бы то, что я стараюсь лишний раз их не употреблять, мне нравится. Я могу потом взять вот так вот жахнуть бутылочку, когда нужно. Когда реально нужно. Так, уйди. Так, хорошо, здесь тупик с бомбами. Точно ли тупик? Тут в этой игре настолько подозрительно все. Но я кнопок не вижу, пока что. Возможно, я просто провтыкал. Так, ну тут явно сожрали дофига народу. Тут я дверку закрыл, мы туда еще сходим, но у нас есть вот тут проход. А F5, погодите. А зачем? Позвольте поинтересоваться. Что здесь происходит? F5, например. А, идите вы знаете куда. Там портал за стеной, слышите, в левом ухе?
И тут у нас коридор с дверкой, с решеточкой. И там у нас, помните, было... Может, нам, кстати, вернуться? Тот рычаг все-таки дернуть. Ладно, подождите. Вроде ничего не происходит. Это интересно. О, опять эти мозаики на стенах. Ага! Здравствуйте, а вот и ключик. Внешнее святилище. Вы это видите? Вы видите эту срань? Так, ладно. По моему старому правилу, давайте сначала пройдемся вперед. Вам эти коридоры не кажутся подозрительно пустыми? Вот, тут опять портал. На самом деле, мне сейчас ничего не угрожает, но от этого еще страшнее. Зал колонн. На. И что? Что за цыганские фокусы? Ага. Ясно, понятно. Это нужно вычислять, да, докуда? То есть мне нужно дойти, наверное, до сюда. Сейчас попробуем. А. Еще два. Один. Нет. До сюда можно дойти. Сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь. Здесь. Раз. Все поменялось. Я опять в начале. Ладно, 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 ладно. Зал колонны. Хорошо. Сюда мы еще вернемся. Предлагаю теперь сходить дофига назад и нажать рычаг все-таки. А, стоп, минуточку. Какой назад? У нас тут есть еще проход. Че я туплю? Есть вот сюда. Ага, это у нас просто тупичок с хилочками. Как бы, я не знаю, что тут подразумевалось. Или меня ждет что-то страшное, где мне понадобится 100-500 бутылок. Или подразумевалось, что меня сюда загонят эти рептилоиды. И я буду от них тут лечиться. Даже не знаю. Ладно, нам, видимо, назад все-таки. Рептилоидов было много, не спорю. То есть, настолько много вы видели, что мне даже казалось, что они спавнятся. Их просто было много, их нужно было перебить, и из последнего выпадал золотой ключ. Золотой ключ. И вот эти двери здесь, я тоже так понимаю, что отгораживаться от них же и восстанавливаться. Потому что ребята довольно мощные. Так, где там была эта чертова, этот чертов рычаг? Сейчас я вспомню. Я думаю, здесь. Сейчас. Мы сегодня уже на него, кстати, натыкались. А, где мы? Мы здесь, а нам туда, туда. Все хорошо, вода горит. Вот он. Ты не офигел? Какими судьбами? Причем, слышите, до сих пор где-то открывается-закрывается люк. Я думаю, что это
уровень. А, знаете, может они в начальном уровне здесь спаунятся? Вот что я подумал. То есть я буду сюда возвращаться, они будут здесь появляться? Ну, ты, например, сдохнуть не хочешь, чувак? А мясо где? Блин, ну мясо-то хотелось. Мясо, мясо. Ладно, булавы. Что у нас там на булавы будет? 19. На 17 я получу здоровье. Может мне, кстати, до 8... А, я до 19... Может до 18 качнуться, и потом одно в атлетику? А одно мне ничего не даст. А, одно... Ну-ка, погодите. Ну, можно на самом деле так распределить. А в броне у нас что? В броне у нас здоровье на 19. И тут 3. И сюда. Здоровье плюс 15. 15, кстати, неплохо. Удвоенное уклонение. Через... А, 3 уровня, блин, это дофига. Ну, даже не знаю. Нет, мне урон вообще-то нужен. Тут как бы так. При увеличении этого навыка сила удара, точность и возможность проведения специальных атак увеличивается. Поэтому мне нужно все-таки качаться сюда. Проблема в другом. Насколько ли я хочу... Нет, я хочу, конечно, урон. Опустошающий удар. Сотрясающий удар. Частично игнорирующий вражескую броню. Ну, я думаю, просто может до... Что у нас потом нечетное будет? Сейчас у нас будет 17, потом с 17 у нас будет 20, 24, 28. Если я сейчас качну до 18, будет тот же эффект, что до 19, да? Да. Но при этом потом я получу 20-ку, до 24-го я не дотяну. Так я до 24-го тоже не дотяну, будет 23. Поэтому да, сейчас мы делаем 1, 2, 3, 18. И 1 вливаем вот сюда. Минуточку, пермоментного эффекта мне это не даст, ни то, ни другое. Поэтому, наверное, один... Развитие этого навыка повышает ваши физические возможности. То есть... Угу. Кидаем сюда единичку, и потом при возможности кинем туда еще единичку. Я еще, правда, не знаю, когда будет эта возможность. Ты, красавец. У нас тут есть колдовство. То, что мы сейчас... продвижение в этом навыке позволяет колдовать больше заклинаний. Так, получим 1 воли. 10 энергии, 1 воли, 10 энергии, 1 воли, 10 энергии. Бах, архимаг. Ну, до архимага я не дотяну явно. Потому что это еще сколько, дофига уровней. Я думаю, магию огня продолжать. Магию земли что она у нас даст? На восьмерке мы сможем кастовать еще какой-то спелл. Минуточку, сюда 3. А сюда, если 1... Нет, сопротивление огню мы сейчас получим. И силу получим плюс 1. Мне нужен великий огненный шар, поэтому вливаемся сюда. Вливаемся сюда, вообще без проблем. И потом на 24 получаем великий огненный шар. Это будет апгрейд нашего заклинания на огонь. Я надеюсь, что это та дверь открылась. Ага, это... Погодите. А, это все... Это все? Свиток молнии. Но мне же не хватит на молнию, правильно? Да, 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 да. Свиток молнии, свиток защиты от электричества, стрелы огня. Блин, у меня на самом деле заклинаний дофигища уже. Мне бы, наверное, знаете, мне бы, наверное, поизбавляться от тех, которыми я точно не буду пользоваться. Вот что я думаю. То есть тупо рычаг тупо открывал дверь, все? Ну это как-то... Слышите, это где-то в центре карты громыхает. Послушайте.
люки открываются, закрываются. Это где-то в центре карты. Блин, я думал, там какой-то проход, честно говоря. Аж прям немножко разочарован. Так, ладно. Может, тут какой-то двойной секрет с этим связан? Слышите, там дверь. Ладно, может, мне послышалось. Мне на секунду показалось, что там где-то еще и стена громыхнула. Так, кстати, вот эти два, которые вначале появились, мне нужно сейчас понять, вот эти двое, они просто где-то вначале случайно зазевались? Я их пропустил, и они где-то по лабиринту разбрелись. Или же... Знаете что? Давайте вот так сделаем, потому что если моя догадка верна... Нам же не зря сказали, что берегитесь, вас будут преследовать. Я думаю, что вначале где-то эти твари будут спавниться. По две, потом четыре, потом еще что-то. И вот эти двери, они тоже здесь не просто так. Вот эти чемберс мы сейчас позакрываем с вами. Теперь пойдем откроем ключом. Блин, вот эта картинка на самом деле страшная. Так, если уж на то пошло, то это страшно выглядит. Вот этим, я надеюсь? Ага, фиг. Значит, вот этим. Внешнее святилище. Да, я вас понял. Как у нас там защита огня? Так вроде. Да. Так, а тебе яд. Нет, не все. Я думал, ГГшечка. Блин. О, все. Все, все, все. Против одного я уже справлюсь. И как раз защита закончилась. Ух, жестко. На самом деле так-то. Тут у нас руки, которые убивают, глаза, которые обманывают. Какое оптимистичное начало-то. Офигеть. Я что-то считаю, что здесь безопасно. Давайте поспим. Руки, которые убивают, глаза, которые обманывают. Ух. Так, по крайней мере, нам сейчас хватает урона этих упырей располосовать довольно быстро, чтобы вырваться из захвата. То есть, три штуки, они до сих пор для меня смертельно опасны, потому что у них офигительно большой урон. Но! При этом с огненной защитой... Сейчас я быстренько секреточки чекну. Так, ну порталы понятно, это проход. Проход. Да, Ктулхи? Так, вас за ногу. Смотрите, тут, кстати, новые барельефчики. Неплохо так смотрится. Кнопочки? Я вполне могу ожидать, что они здесь будут. На! А, это просто выпускает меня отсюда. Я обрадовался такой, да, я секрет нашел. Фиг. То есть, если бы я просто знал, что она здесь,
то я мог бы выбраться и мочить их по одному. Так, ну допустим. Солнце ненависти. Еще оптимистичней. Просто зашибенски. Причем у нас есть непроходимый коридорчик, черт побери. Знаете, че еще... Ох ты ж, ёлки-палки. Мне сейчас дошло. Смотрите. Где эта фигня была? Два раза влево она скользит. Один раз справа, один раз налево. Три раза вправо, дважды налево. И все это дважды. Это проход по этому коридору. Мы сейчас туда пойдем. Так, это у нас солнце ненависти. Тьфу ты. Погодите. Я хочу понять, прав я или нет. Ну, конечно, мы сейчас сюда еще... Потом, естественно, будем возвращаться. Но я хочу проверить, насколько я прав. Мы туда вернемся. Знаете что? Давайте я вот... секунду. Я сохранился на отдельном сохранении, потому что если я прав, или если мне надо будет вернуться, или что-нибудь такое, то... Или у меня не будет возврата, например. Так, зал колонн. Да, все верно. Два раза влево. Раз, два. Один раз направо. Это нелогично. Один налево. Три раза вправо. Дважды влево. Два раза влево. Один направо. Один налево. Три раза вправо. Раз, два. Я в начале? В начале, понятно. Погодите. Это отсюда. Я практически уверен, что это отсюда. Один налево. Нет, один направо. Один направо, один налево. Три раза вправо. Раз, два, три. Или три, это считается это. Так, и дважды влево. Раз, два. Итак, два раза. Один раз направо. Там огненный или этот элементаль. Один налево. Три раза вправо. Раз. Нет! Черт. Ладно. Или мне еще нужно немножечко потупить, посмотреть, что там происходит, или эта записка не оттуда. Ладно, тут у нас что? Это и есть солнце ненависти, погодите. А там тогда что было? Ага, три древних существа из глубины. Это звучит как файт. Я даже не знаю, куда сначала соваться. Блин. В 5. Джеронимо. Что? А, ну логично. Свиток. Я его раньше не видел. 3, 2, 1, 3. Ха-ха-ха, еще одна подсказка. Спасибо. Погодите, обруч войны? Это у меня было? Защита 1, сила 3. Ого. Погодите, а чё все так голодать-то стали?
на грибочка с лопой. У тебя шапка, шляпа фокусника, да, защита, сила воли, это все, что нам нужно. Защита 4. Откуда у меня этот оп... Минуточку, я что-то недопонимаю в этой жизни. Я его подбирал? Я честно не помню. Обруч войны. Защита 1, сила 3. Сила 3. Ну, защиту 1 явно я не буду менять, а вот для тебя... Силу тебе поднять. То есть 3 защиты тебе явно вроде как и не надо. Вроде ничего не изменилось, правильно? Так. Ну-ка еще раз. Хорошо, пойдем в остальные порталы сходим. Мы орден, да-да-да. Тьфу ты. Блин, мне... Стоп. Солнце ненависти. Хорошо. Пойдемте сходим в глаза, которые ненавидят вот эту всю фигню. Что это? Руки, которые убивают, глаза, которые обманывают. F5. Хорошо. Так. 3, 2, 1, 3. Что мы можем считать за 3? Строчки! Строчки написания. Погодите. Эти строчки абсолютно бессмысленны. Смотрите, здесь 3 строчки. Здесь 1. Блин, пожалуйста, пусть там будет 2. Здесь тоже 1. Черт. Солнце ненависти. Я думал по количеству строчек на стене. Блин, это была бы хорошая загадка, кстати. Руки, которые убивают. Тут 2 строчки, кстати. Три. Смотрите, это было не обязательно писать таким образом. Посмотрите. Погодите минуточку. Солнце 1. Руки, которые убивают, и глаза, которые обманывают. Руки 2 и глаза 2. 3 древних существа. Погодите, в этом все-таки есть логика. 3, 2, 1, 3. Значит, 3. 2. Один. Солнце 1 и 1 строчка. И теперь 3. Ох, если я сейчас прав, это будет звездец. Черт! Нет! Где вообще... я вон там оказался. Да вы чё? Стоп. Понятно. Я вообще на 10 этаже. Тут хлеб валяется. Стоп. Встаньте там, где тени от факелов
соприкасаются, и киньте камень со всей вашей силой на восток и на север. Тени от факелов соприкасаются. Ну, допустим, да, тут... Блин, прикиньте, я не зря факелы собирал всю игру. И на секундочку представьте, что у меня не было бы сейчас факелов. Так, это, я понимаю, выход просто отсюда. Где-то есть еще гнездо для факела? Ай, ну вас нафиг, просто нафиг. А, стойте, это... Да, это 11. Фу, блин, 10-й, в смысле, храм грома 2. Показалось, это 11-й из-за двойки вот этой. Встаньте там, где тени от факела соприкасаются. Это, по идее, здесь. Теперь нам нужен компас. Красный — это север? Исходя из того, что красный — это север. Так, камень. Ну. Чё там было написано? Свиток. Не, погоди, у кого свиток? Свитки перепутались. Так, встаньте там, где тени от факелов пересекаются. Ну, я так полагаю, что это пересечение факелов. И киньте камень со всей вашей силой на восток. И на север. Не так, да? Не так. Не так. Или со всей вашей силы имеется в виду как-то по-другому? Нет, погодите, это нормальная загадка. Тут есть над чем подумать. Тут точно отверстия для факела больше нигде нету? Чтобы я ничего не упустил. Если я упущу отверстие для факела... Прикиньте, здесь есть какая-то секретная стена, которая открывается, и там есть еще отверстие для факела. Блин, на самом деле это было бы вполне в стиле этой игры. Вашу за ногу. Кнопки. Стоп, тень от факела — это вот стрелочка. Вот стрелочка. А как мне вот этот факел подгрузить под всю эту систему? То есть... Там, где тени от факелов пересекаются. Это здесь, что ли? Вот от колонн тени. Тени от факелов. Ну, допустим. Одно... Ну-ка, минуточку. Я не туплю? На восток. Минуточку, берем красный, красный по компасу — это север, правильно? Вроде как всегда так было. Красный по компасу — это север, значит, в ту сторону — это восток. Нет, и не это. И не это. А что там вообще лежит? Там... Блин, а там, по-моему, вот это вот... Ой, блин, ты, ну нафига ты проголодался? На, поешь. По-моему, там вот это вот броня доблести, мне кажется. Оно так выглядит. Это, блин, прям такая... Хорошо, мы можем сюда... Где мы сейчас где мы сейчас появимся? Здесь же. Чтобы сюда попасть, нам нужно будет...
Ну, просто упасть в яму, да? Да, по сути. Ясно. Так. 3-2-1. Блин, я что-то не хочу вот это 3-2-1 выбрасывать. Давайте я кожаные перчатки сюда положу. А там... Там портал просто назад, да? Тут есть портал, который нужно подгадать. Тут есть какая-то дверка. Где мы вообще? А, я понял более-менее, где мы. Тут есть дверка и тут есть. Судя по всему, это дверь. Если мы туда камушек фиганем. Погодите, F5. Я теряю жизни, но это на самом деле не страшно. Я к этой секретке еще вернусь. Тут не все так просто. Тут не все так просто. Так, что мы можем положить? У меня потихоньку заканчивается вещь, которую мы можем положить, да? Есть такая тема? Есть, конечно. Встаньте там. Нет, это мне нужно. Это мне нужно. Орден священный дал присяг. Может, вот это положить, кстати? Это работает. Что я открыл? Явно не это. Я что-то где-то открыл. Блин, вот такие вот места я на самом деле очень не люблю. Когда ты что-то куда-то нажал, но ты без понятия, как это работает. Огненный элементаль за стенкой. Ну, по сути, там портал, и тут фишка в другом. Надо ли мне попасть в этот портал или не надо? Понятно, не надо, скорее всего. Раз. Это будет трудно, мне кажется. Надо подгадать момент. Вот не сейчас. Да ну я жус! Это из-за того, что у меня чел перегружен, да? Так. На, съешь хлебушек. Что мы еще можем выкинуть? Давай мы... Погоди. Съешь хлеб. Положи сюда нож. Все. Теперь мы не замедлены, да? У меня же есть где-то зелье скорости. Погодите. Антидот. Зелье скорости. F5. Спасибо. Я попробую без него проскочить, но, возможно, можно будет и с ним. Нет. О! Ясно, понятно. Возможно, можно было и без зелья скорости проскочить. Это просто мне сейчас повезло. Возможно, это было именно зелье скорости. Ясно, понятно. Я, кстати, такой нормальный, беспечный, без оружия. Хожу, этот компас положил, все нормально у меня. Как бы ключ. Как бы, ну... На бессмены. И все, да? Ага. Ага.
Так, хорошо, хорошо. Вообще просто зашибенски. То есть, по идее... По идее, что? Да, отдыхаем здесь. Поскольку тут нам, скорее всего, ничего не угрожает. И, ребятушки, смотрите, что у нас остается. У нас остается загадка с получением брони. И, блин, ну я думаю, что это броня, насколько это видно отсюда. Честно говоря, очень не хотелось бы упускать эту броню. Я, наверное, сейчас за кадром поломаю немножко голову, как это все получается. Где эти чертовы тени пересекаются? Потому что тень от факела немножечко растяжимое понятие. Это тень от факела. Камень брось. Короче, да, такое. Серию мы, наверное, закончим чуточку пораньше, потому что у нас две довольно большие загадки. Одна с вот этим вот тайным коридором, и мне нужно понять, как применима ли та записка, неприменима. Вот, и что происходит с вот этим вот, с вот этой секреткой, потому что если я уйду отсюда, ну, то есть, по сути, там-то рычаги я уже понажимал, ключ я забрал, в этом перекрестке по центру мне делать уже больше нечего. Поэтому мне сейчас единственная дорога, куда я могу пойти, это через колонный вот этот вот коридор, который меня постоянно телепортирует. Мне нужно понять, как он проходится. Но фишка в другом, что если я пойду в колонный коридор, то я пойду дальше. И сюда уже не вернусь. Ну, вернусь, конечно, но это будет очень долго. И мне потом, видимо, придется через колонный коридор проходить обратно. Я бы, наверное, этого не хотел бы. Поэтому я сейчас хотел бы поломать голову над загадкой вот этого вот доспеха. Посмотреть просто, что, поэкспериментировать. Это все займет довольно много времени, я думаю. Я тут буду просто по клеточкам все это тестить. Что здесь, что там, где это пересекается, где то пересекается. Буду пробовать. И, естественно, если я до чего-то додумаюсь, я буду, наверное, пробовать на запись, но без звука. Потом, если что, попробую вставить эти кадры в видео. Или если я догадаюсь, наконец-то, как это делается, какое-то озарение придет, то я как бы следующее видео уже начну с этого. Во-первых. Во-вторых, наверное, я также за кадром попробую немножечко поэкспериментировать с тем коридором. То есть у меня есть все равно доступ и сюда, и туда. Сюда я могу вернуться в любой момент. Поэтому, когда мне здесь надоест, решу или не решу, не знаю, то я пойду поэкспериментирую с коридором. И там тоже попробую поприменять разные тактики с этой запиской, которые говорят там вправо, влево и так два раза и все дела. Потому что, ну, мне пока что не совсем понятно, как это делается. Хотя, знаете что... Нет, это все равно не объясняет смены ряда. То есть, если идти боком, там налево, потом разворачиваешься, идешь направо, но это все равно не объясняет нам смены по правой стороне или по левой стороне идти. Ладно, все, я немножко поэкспериментирую, вернемся тогда с вами уже в следующей серии и попробуем. Я крайне надеюсь, что мы сможем решить эту загадку, потому что было бы обидно упускать такую броньку. Я думаю, у меня такое подозрение, что вот этот вот сет, он лучший в игре. Сапоги доблести. Ну, именно по тупо по защите. Потому что дефенса он дает очень хорошо. И это, например, если 9, то я думаю, что бронька будет давать те же самые 15 брони. Если это 12, весь пластичный сет дает 12. Мы только штаны не нашли. У нас есть весь пластичный сет, кроме штанцев. Штанцы у нас как бы... Если Минотавру врежут по бубенцам, ему будет не очень приятно. Все, ребятушки, на этом тогда все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.